поселок Туголица, храм в честь преподобного Сергия Радонежского. Здесь работает церковно-исторический музей. За первый год своего существования его посетили почти 500 человек. Предметы быта, музыкальные инструменты, старинные книги и фотографии, уникальные иконы. И это только малая часть экспонатов. Пробуем показать именно как в 19-20 веке дворяне, мещане, крестьяне воспринимали православие. И сейчас такое же отношение к религии возвращается и в нашу жизнь. Один из самых ценных экземпляров – богослужебная книга «Триуть цветная». Дата издания – 1750. Прежде чем попасть в музей, ей пришлось пережить не одну попытку уничтожения. Впереди реставрация, как и у 5 новых икон, которые уникальны для Беларуси. К слову, настоятель храма отец Федор многие экспонаты доводит до ума сам. С детства я собирал монеты, то есть увлекался нумизматикой, историей. Мне это было очень интересно. И вот со временем возникло желание открыть музей, так как какие-то экспонаты уже появлялись, книги вот в основном приносили, их просто отдавали нам. И я занимался реставрацией. Музей работает 7 дней в неделю. По будням нужно предварительно записаться. В конце июля здесь появится новая выставка «Бумажные деньги из 200 стран мира». Ольга Васенда, Максим Галионко, Бобруйск, 360.